До старта «Шерифа» в Лиге Европы остаются всего сутки. Первый тур группового этапа тираспольчане сыграют завтра на выезде. Это будет поединок с кипрской «Амонией». Команда уже на месте. Сегодня наши познакомятся с ареной, а тренер Степан Томас ответит на вопросы журналистов. Путь в Никосию держит и корреспондент Первого Приднестровского Никита Кондратов. Седьмое сентября, на часах 6:30, и начинается наше очередное футбольное Европриключение. Первый матч Лиги Европы «Шерифа». Играет его на Кипре, и отправляемся в путь. Таким было предлигоевропейское утро нашего корреспондента Никиты Кондратова. А так, на Кипр вылетал тираспольский «Шериф». У команды логистика простая – прямой рейс из Кишинева в Ларнаку. А там и до Никосии – всего 46 километров пути. Пока «Шериф» летает в облаках, мы наслаждаемся живописными холмами Молдавии. Наш путь более извилистый. Начали в Тирасполе, потом добрались до Кишинева. Из Кишинева на поезде до Яс, оттуда на самолете уже на Кипр. Вот мы сейчас на втором этапе нашего пути. Наш «Шериф» в Инстаграме оповестил, долетели, и подкрепил новость видео из аэропорта Ларнаки. Корреспондент Первого в этот момент был в 2000 километрах от пункта назначения. Мы только добрались до Яс, а «Шериф» уже на Кипре. У команды насыщенная программа, заселение в отель, потом Томас дает пресс-конференцию и открытая тренировка «Шерифа». Ну, а когда наша команда будет опробовать кипрский газон, мы только будем в аэропорту и направляться в Ларнаку. Футбольное турне с насыщенным графиком и долгожданным стартом евроосени. «Шериф» идет к цели, болельщики готовы следовать и поддерживать команду в каждом туре Лигоевропейского путешествия. Это будет незабываемо.